Мы находимся на территории Актюбинского завода «Ферросплав». Наш завод занимается выплавкой феррохрома, который используется в производстве, в сталеплавильном производстве. Феррохром используется при выплавке в сталеплавильном производстве как легирующий элемент. Придает стали прочностные характеристики и коррозийная стойкость. Нержавеющих свойств это придает. На самом деле для нас, для офисных работников, которые всю жизнь проработали в банке, это очень познавательно. Вот мы около 2 часов походили в касках, в очках с масками. И надо сказать, что это очень тяжело. На производстве достаточно жарко. Каска давит, очки давят. То есть ты понимаешь труд металлургов и, можно сказать, респект металлургам. Сегодняшняя экскурсия на Актюбинский завод «Ферросплав» нам очень понравилась. Жалпы бүгінгі экскурсия өте қызықты және ақпаратқа толы болды. Өмірімде бірінші рет осындай масштабты, яғни өндірістік орынға барып, көптеген маңызды қызықты ақпараттарды алдым. Хоть я являюсь уроженцем города Ахтубе, я ни разу не посетил завод внутри. Я только смотрел его снаружи. Для меня было много познавательно, интересно узнать, как вообще готовится процесс плавления и так далее. Конкурсты отыл алып, осы Ақтөбеге іс сапармен келіп, заводты көріп қайттық. Өзіміздің басқа отделдағы коллегалармен таныстық. Барлығы өте қызық болды. Это было очень неожиданное, можно сказать, путешествие. Было очень интересно, сколько нового узнали про производство и про людей, которые тут работают. Очень понравилось. Спасибо Евразийскому банку за такую прекрасную возможность прикоснуться к такому неизведанному процессу.